Доброе утро, дорогие друзья! С вами Елена. И у меня мой ежедневный ритуал утреннего кофепития. Эту эстафету мне передала моя подружка из Турции, из Анталии. Ее зовут Настенька. У них сейчас там карантин, и я хочу поддержать девочку. Она очень хорошая. Вот, она очень хорошая, добрая, канал у нее хороший. Так что вот, это видео снимаю и для нее тоже. Настя, уж смотри, у меня нет кофемашины, и турки у меня нет. Я завариваю кофе прямо вот в чашечку. Вот мелкого помола кофе сыплю в чашечку и завариваю крутым кипятком. И тоже получается очень ароматно и вкусно. А кофе я буду пить вот таким сырком Бою Александров. Это мои любимые сырочки. Вот таким вот сырочком буду пить. Сахар я, кстати, тоже не ем. Вот. Но сырочек ем. Надо что-то выбирать. Либо сахар, либо что-то сладенькое. Вот. Еще купила вчера вот такой кофеек. Я его еще ни разу не пробовала. Попробую. С амаретто. Но это уже не сегодня, это завтра. Всем, кто завтракает, всем приятного аппетита, всем хорошего, удачного дня. Берегите себя, берегите своих близких от этого злобного коронавируса. Вместе мы победим. Самое главное, не паниковать, все у нас будет хорошо. Свою эстафету я передам тоже хорошим девочкам, с которыми я тоже сдружилась. Информацию, кому передам я эту эстафету, вы найдете в описании под этим видео. Подписывайтесь на эти каналы, они тоже молодые, развивающиеся, такие же, как и мой канал. Все мы развиваемся, и я всем нам желаю как можно больше новых подписчиков. С вами была Елена. Пока-пока. До новых встреч. Всем хорошего настроения и крепкого здоровья. Пока.